Это по-любому нужная тема, сделанная, да, очень быстро, но самое главное, я постоянно ходил, спотыкался о лопаты, которые забывались в том месте, когда что-то делались. Да, у нас до конца не доделан участок, и вот постоянно вот такое вот все сумбурное движение инструмента по участку происходит. А также он мог затеряться, забыться. Я несколько раз так же, как в пословице, наступал на грабли, которые лежали в траве и тому подобное. Ну или, допустим, лопату невозможно было найти, удобную лопату, вот ее невозможно было найти, она стояла где-нибудь там за баней, за сараем, еще где-нибудь, а сейчас все будет в одном месте, как должно быть, это правильно и замечательно, я считаю. Ах да, не забыл, вот тут еще два стареньких видео, и подписывайтесь на канал, а также не забывайте ставить лайк, ребята, без ваших лайков или дизлайков видео не будет двигаться дальше. Давайте поможем двигаться ему вверх. А также не забывайте прокомментировать. Напишите ваше мнение, ваше видение. Может быть, что-то добавили, может быть, что-то убрали бы. Ну, либо похвалите, либо поругайте меня, что я просто так потратил 5 минут вашего времени. Пожалуйста, вы можете всегда это в этом сказать. И пока!